Золото, серебро и бронза – главные спортивные регалии. Призеры соревнований, как известно, всегда получали преференции. Вот и на этот раз ДОСААФ решил сработать в связке с комплексом ГТО и всем обладателям значков сделать своеобразный подарок. Эта акция, у нас соглашение будет с Владиславом Викторовичем подписано чуть-чуть позже, но уже участники этой акции, все, кто сдаст на значки ГТО золотой, серебряный и бронзовый, могут спокойно приходить по этим скидкам к нам. 95 лет ДОСААФ и 90 ГТО. Даты юбилейные, их значимость в Рязани отметят автопробегом до поселка Шилово. В каждой промежуточной точке маршрута у всех желающих будет возможность проявить себя в нормах ГТО. Бег на 60 метров, подтягивание, отжимания, прыжок в длину с места. Дисциплины вполне обычные даже для школьников. Все это пойдет в зачет Дня призывника, но будет и еще кое-что. В этом году уроженцу Шиловского района Николая Васильевича Старогова посвящается. И она будет состоять в том, что в рамках нашего автопробега, помимо сдачи школьниками норм ГТО, будут приниматься еще зачеты по военным дисциплинам. В частности, это будет сборка-разборка автомата Калашникова, исторический тест на знание биографии ДОСААФ и биографии Николая Васильевича Старайкова. От каждого муниципалитета по команде 10 десятиклассников. Форма одежды спортивная, просят еще, конечно, и парадную для награждения, но это для самых уверенных. Максим Васильев, телекомпания «Город».